12 июля на филологическом факультете Донецкого национального университета состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам по специальности «Русский язык и литература», «Украинский язык и литература», «Журналистика», «Культурология» и «Прикладная лингвистика». На самом деле 5 лет были достаточно тяжелыми. Я старалась, конечно, учиться, насколько могла, и поэтому, наверное, закончила именно с отличием свою специальность. Честно говоря, последний год уже было в связи с обстановкой, наверное, немного тяжело учиться, но все мы выдержали, выдержим, и сейчас я очень рада, что я наконец получила этот диплом. Что планируешь дальше делать? Ты остаешься в Донецке, либо едешь куда-то? Нет, я остаюсь в Донецке. На данный момент я уже работаю в общеобразовательной школе, поэтому планирую дальше там работать. На мероприятии выпускники филологического факультета первыми в Дон-Ну представили дипломы российского образца, которые они получили, успешно пройдя итоговую аттестацию в Крымском федеральном университете. Из Симферополя пришло сообщение, что наши студенты оставили там какое-то такое сообщение, которое заставило плакать все руководство. И они даже решили это сообщение поместить в своем музее. Юля, что вы там написали? Мы написали спасибо хозяевам этой уютной горницы за предоставленное жилье. Желаем вам никогда не знать, что такое война, мира, любви, добра. Надеемся, вы к нам будете ездить, и границы между нами уже не будет. И благодаря вам мы успешно защитили свои дипломы. Все мои отличницы запомнили. Поздравить выпускников пришли почетные гости. Заместитель министра образования и науки ДНР Михаил Кушаков, министр информации ДНР Елена Никитина и министр культуры ДНР Александр Порецкий. Я поздравляю выпускников. Я поздравляю тех, кто еще готовится стать выпускниками. Желаю всем больших успехов. Все у нас с вами получится. Потому что Донецкая Народная Республика – это место, где невозможное становится возможным. Я желаю вам всем успеха, процветания, в добрый путь. Мы вернулись 2 дня назад из Крыма, куда подали документы, в Крымский федеральный университет имени Вернадского. Ну, сказать, если сказать кратко, то нас там ждали. Была организация на самом высшем уровне. К нам отнеслись, наверное, это был абсолют непредвзятости и объективности, потому что мы все видели друг друга впервые и не могли какое-то впечатление произвести. Вот, то есть у нас было 15-20 минут, был устный экзамен, мы теорию журналистики рассказывали, было практическое задание. Все успешно справились, у нас все оценки хорошо, поездка была комфортная на современных автобусах с кондиционерами. То есть нас сопровождал безопасный, нас сопровождал патруль, и был предоставлен зеленый коридор, так называемый. Решила получать диплом Российской Федерации. Я была уверена в своих знаниях. Нас очень хорошо здесь подготовили. У нас не было никаких пробелов в наших знаниях. То есть мы были уверены в том, что мы их получим. Вот. Поэтому Россия сказала, что дипломы, выданные здесь на территории ДНР, тоже будут признаваться. Но если была возможность поехать, я была уверена в знаниях, поэтому я решила все-таки съездить туда еще. Все спрашивали, девочки, откуда вы? Мы все говорили, с Донецка. И все, абсолютно все люди были из Кубани, из Крыма, из Москвы. Все говорили, мы сдержим за вас кулаки, у вас обязательно все будет хорошо. Поэтому такая очень братская поддержка, очень дружеская. Ну, очень мы рады, что съездили. И поступаем мы в этом году еще на магистратуру, так как у нас дипломы бакалавров. Но если будет возможность съездить туда, получить дипломы магистра, мы обязательно поедем. Алина Черняева, Станислав Мухин, Новороссия ТВ.